Нет, что-то не снимает видео. Это что, пошло? А, да, пошло видео. Так, вот обработка живота с целью удаления у собаки жидкости. Асцит заболевание вот. Называется. Аккуратнее делай. Что нужно еще? Куда я буду всаживать? А, то есть нужно бутылку какую-то. Сейчас я принесу бутылку. Сейчас. Остака. А вот я сюда можно сцеживать. Лежи, лежи. Открой только ее вначале. Бенни, лежи. Он уже боится, он понимает, что больно. Это самое. На пол иголки надо, да, сделать. Это внутримышечный шприц, десятка. И нужно сделать под кожу на уровне пупа, не глубже. Ты глубоко очень проколол. Собаке не должно быть больно. У тебя очень глубоко. Глубоко иголка. На пол глубины. Вот. Все. И зафиксируй иголку. Иголку зафиксируй. А... Все, лежи, лежи. Оттягивается вода легко, да? Да. Жидкость такого желтого цвета, мутная какая-то получается. Ты в него не мочевой пузырь попал случайно? Нет. Тихо, 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 лежи, Дэня. Не глубоко держишь иголку? Глубоко не должно быть. Это я понимаю. Я... Что я боюсь, как бы не мочевой пузырь. Да ничего не мочевой то пузырь. Проколоть. Тихо, 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 тихо. Шш. Дэнни! Лежи. Нельзя. Спокойно. Иголка хорошая, поэтому... Иголка-то хорошая, но ее нельзя на полную глубину. Я не на полную. И он видит, что палец. Очень он вздрагивает от меня того, что... палец, видишь, я вижу палец. Зафиксировал пальцем иголку, я так вижу. Я так и вижу. Ты же видишь, я зафиксировал специально, чтобы я не... Слушай, не с кровью ли иголка-то? Нет, нет. Не с кровью ли в жидкость? Нет. А то если попал с кровью, это уже... Нет, она так и есть. Я все и в тот раз вот так. Видишь, она желтая, цвета мочи. Угу, угу. Тихо, 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 тихо.